мы просто вот в начале года у нас были очень классные елки. Есть такая писательница Анна Старобинец, у нее есть книжка «Зверский детектив». И мы такой придумали квест новогодний, детский такой, по зверским детективам. Бегали там, значит, 38 елок за 14 дней, теперь можно говорить, 38 квестов. И пели все время одну и ту же песню. А потом, блин, вот год продолжился, и как-то стало, в общем, странно эту песню петь, но мы справились! И я до сих пор ее пою, потому что она мне, блин, нравится. Да, песня группы «Дюна» неожиданно так всплыла в память. Можно прям мне инструмент погромче сделать на ней, потому что я там буду щипать. Все готовимся к атаке, там за холмом, захваченный врагом, наш пионерский лагерь, там, где кино, бордель и казино, был пионерский лагерь. Петров, ты кончил 5-й класс, а значит, справишься за парой. Слушай сейчас мой боевой приказ, ты троечник недаром. Слушай сейчас мой боевой приказ, взрывай замок амбара. Вот, зарыт в амбаре пулемет, вот на помощь мы спешим. И если жмот, и если денег не дает, так пусть нальется спасение души. Там, где был детский городок, гуляют с тёлками деляги, дай только срок, и мы с тобой, дружок, поднимем наши флаги, дай только срок, мы отобьем, дружок, наш пионерский лагерь. В плену Наташка, говорят, но наш отряд задаст им жару, пусть наш отряд на 3 октября сметем одним ударом, пусть наш отряд на 3 октября пробьемся мы к амбару. Вот, зарыт в амбаре пулемет, вот на помощь мы спешим. И если жмот, и если денег не дает, так пусть нальется спасение души. Вот, зарыт в амбаре пулемет, вот на помощь мы спешим. И если жмот, и если денег не дает, так пусть нальется спасение души. За воинскую доблесть и успехи отряд был награжден пластинкой «Бьегер».